Наркоманы космические Петровичи! Пончик и предводитель всех наркоманов Мия! Картошка и Карась, они, кстати, недавно встречаться начали, поэтому поздравляем их вот это с чики-бомбони. Костя! Тут даже нечего говорить, просто Костя пропердостя, вот и все. Ну и печенька. Все, на этом наркоманы Петровичи сегодня заканчиваются. Как вы все прекрасно понимаете, перед вашим полетом на дальнюю-дальнюю орбиту в далекий-далекий космос на вот этих всех ракетах, я вас собрал сегодня не просто так. У вас есть предположение, из-за чего я сегодня собрал вас здесь, а? Нет. Ну, конечно, нет. Собрал я вас всех здесь сегодня не просто так, а потому что одна молодая, ну вот эта зажравшаяся, ЧСВшная, обнаглевшая и вообще все берега в своей жизни попутавшая девушка немножко меня оскорбила. Поэтому все подписчики под предыдущей серией выживания говорили, что мол, Эдисон, надо кого-то затроллить. Все понимают, про какую вот эту вредную и зазнавшуюся девушку я говорю, а? Эй, я ничего не делала, алло. Так, Лерочка, я и не про тебя говорю. Хотя ты тоже как бы вредная зазнавшаяся. Но я не про тебя говорю, да. Хотя ты тоже, но нет. В этот раз я говорю вот это не про Леру. Я говорю про Екатерину Жопотрясовну. Угу. Эта молодая женщина не успела убить дракона, как построила себе вот этот огроменный маяк, кстати, на вот это напрягучесть, и выгнала меня вообще как бы из нашего мира вот этого выживания. Она сказала то, что она будет жить сама. Вот такая вот благодарность за то, что я научил ее играть в Майнкрафт. Поэтому, как вы все понимаете, сегодня будет такой небольшой троллинг. Хотя нет, я вру. Офигеть, какой большой будет троллинг. Поэтому, это печенька и Мия, ваша задача. Вы прямо сейчас отправляетесь на вот эту звездную орбиту и притаскиваете мне сюда, ну, давайте, примерно 20 пчел. Где-то вот так. Справитесь? Конечно, справитесь, что я вас спрашиваю. Полетели! 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 Опять ракету сломал! Я же вот это говорил вам, не трогать ее. Что опять здесь не работает, а? Ничего не понимаю. А это работает? А вот это работает! Тогда ты... Вот это... Ну, иди обратно к карасю! Вот это картошка! Тогда ты, карась, притащи мне 4 стака цветов! Вот эти цветы нам понадобятся! Ты будешь первая макака, которая полетела в космос! Или не первая, я просто за вот этими космическими событиями не слежу. Так, ты, Костя, ты догоняй карася и притащи мне 30 пчел! Пчелы мне нужны, я чуть позже объясню, зачем и для какого троллинга. Я буду первым арбузом в космосе. Так, ты, печенька, и вот это, и Лера, вы что вы будете делать? А вы просто полетите в космос, я уверен, там очень красиво. Ты, печенька, за Лерой следи, а то Лера такая, сейчас еще свалится с этой ракеты. Печенька, главное, не падай мне, да ядрить ты, колотить, догоняй Леру. Так, а вы, Мия и Пончик, ну вы тоже притащите, давайте 50 пчел мне нужно. Вот столько много пчел, сколько только сможете притащить. Опа, а сейчас заработала, я чуть не по... Мия в блоке застряла, да ядрить ты колотить, да... Чё-то вы вообще на ракетах сидеть не можете, да? Ну, не умеете. Так, ладно, тогда... Ну тогда Костя будет единственным, кто в космос полетит. Ну а вы тогда за пчелами давайте. Здесь остается тогда Мия. Ты иди сюда, мне нужна будет твоя помощь. Все остальные за пчелами. Давайте, давайте. Побежали, побежали. Без пчел сюда обратно не возвращайтесь. Пчелы нам сегодня очень хорошо помогут затроллить Екатерину, чтобы она знала, как бросать меня после того, как она убила дракона. Обосраться, профессионалка настоящая. Ага. Чтобы проучить нашу Катю Крафт, я подготовил себе уже шалкер-ящик. И в этом шалкер-ящике все необходимые мне ресурсы. Я прямо сейчас его заберу, и мы с тобой, Мия, пошли давай за мной, отправимся на вот это поле испытаний. Потому что перед тем, как строить вот эту... Ты чё там бегаешь, карась, иди за пчелами, за цветами, и без цветов не возвращайся. Наш весь троллинг будет состоять из двух маленьких троллингов. Для первого нам необходимы вот эти пчелы, за которыми я послал вот всех остальных вот этих наркоманов Петровичей. Садись, Мия, давай. Опа. А вот вторая часть троллинга у нас будет немножко
взрывоопасной. Но это уже в конце, это уже после цветов, после пчел. Короче, пару минут, сейчас все объясню. Так, моя остановочка вот здесь, а ты забирай лодку и плыви на вот тот берег. Вот параллельно мне, вот туда, я сюда ставлю шалкер-ящик и забираю все ресурсы, потому что они мне сейчас пригодятся. Эдисон, построй троллинг, Эдисон, построй троллинг, Эдисон, Катю надо проучить. Да-да, я и сам знаю то, что Катю надо проучить. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так будет выглядеть то самое, что разрушит весь Катин дом, весь Катин вот этот электрический забор, который она построила. Вот так вот сюда ставим лестницу, сюда разливаем водичечку, сюда нажимную плиточку и немножечко вот так редстоуна. Сюда поставим раздатчик, в раздатчик засандалим немножечко вот так динамита. Это вот все закроем, чтобы у нас красиво было. И последнее, рычаг. Вот так. Мия, ты там как, готова или нет? А может не надо, а? Надо, Мия, надо, на благое дело сейчас умрешь. Ну, или не умрешь, если, конечно, вот эта тинти-пушка вообще работает. Но это мы как раз-таки сейчас проверим. Ставим сюда 3 динамита. И, пожалуйста, работай, работай, работай. Встаем на вот эту нажимную плиту и... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И, Мия, лови! Ты там как? Жива, нет? Жива? Это плохо то, что ты жива. Надо тебя убить как-никак. Еще раз ставим сюда 3 динамита. Вот так вот. Небольшая задержка, задержка, задержка. И пошла жива по трубам. Мия, лови! Ну слушай, еще бы чуть-чуть, еще бы вот 2 сантиметра и до тебя бы долетело. До Катиного дома что-что точно долетит. Но это нужно было испытать, потому что я не знал, работает эта фигня или нет. Но, Мия, мы с тобой видим то, что она работает. Поэтому тащи сюда вот эту лодку и поплывем обратно. Я надеюсь, то, что карась с этой с картошкой Лерой присобачили домой вот пчел. Сначала провернем кое-что с пчелами, а потом провернем кое-что вот это с тинти-пушкой. А все, Мия! А все! А надо было раньше, как бы черепаха быстрее села тебя в эту лодку. Все, давай, догоняй! Вижу, там что-то происходит, и вроде кто-то притащил, не знаю, насколько много, но хотя бы чуть-чуть пчел. Мать моя женщина! А кто из вас победитель? Кто больше чё, пчел-то притащил? Картошка, иди направо, Лера, иди налево. Сейчас мы выявим вот этого победителя. Ну, картошка, ты лохушка сегодня. Вот это Лера побольше пчел притащила. Карась, карась, иди сюда. Карась, цветы притащил? Давай, да, молодец какой, молодец, карасик, нормально цветов. Так, вот этих всех пчел давайте тащите за мной. Мы их прямо сейчас отведем вот туда, в домик Кати. Ага. Вы там, главное, пчел не теряйте, перетаскивайте их вот сюда, через вот эту реку, и сразу же затаскивайте в дом, а в этом доме мы начнем их размножать с помощью цветов. У нас будет пчелиный троллинг, Катя зайдет в дом и точно одну из вот этих всех тысячи пчел, которые там будут, 100% ударит. А все мы знаем, что будет, если ударить хотя бы одну пчелу. Ага, все, давайте все сюда... Катин забор, вот это, переходите через него. Давайте, давайте, все сюда. Аккуратно, уже одну вот эту пчелу убили. Ну, у Кати же здесь Мия, у Кати здесь электрический забор. Перепрыгивайте, перепрыгивайте забор. Мы его рушить не будем. Вот запрыгивайте на вот этот бок. Да, молодцы, молодцы. Все, пчел не теряем. Картошка уже кокнулась. Ёперны. Карась, что ты смотришь? Лови пчел, сейчас разлетятся. Вас только зачем-то посылать, честное слово. Все, как только пчел опять на поводок возьмете, затаскивайте сразу их в дом. Пошла, Лерочка. Пошла. Аккурат, 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 аккурат. Не теряем пчел. Карась, помогай пчелам в дом залезть. Давай, да. Карась, ты одну пчелу притащила. Давай, заходи, заходи, заходи. Мия, ты следующая. Давай за карасем. Пошла, давай, аккуратно. Пчелы не разлетаются. Я им помогу вот туда пролезть. Жирные жопы, конечно. Пыльцы покушали. Главное, смотрите, не ударьте одну пчелу, а то если кто-то ее стукнет, тогда кирдык всем нам будет. Все, пчел там больше нет? Вроде нет.
Все, отпускайте их, поводки снимайте прямо сейчас. Давайте, снимайте. И на второй этаж, на третий этаж. Я на улицу их не выпускаем, уже одна пчела улетела. А вот сейчас будет самое интересное. Не зря мы карася за этими за цветами отправили. Сейчас, пчелы, делаем детишек. Вот так, пошли, поехали. Чем больше пчел, тем лучше. Сюда, вот туда, вот так, чтобы Катя в дом зашла, чтобы Катя вниз выйти не смогла, потому что чтобы здесь куча пчел было. Карась, держи вот эти цветочки, бомбони, пчел. Мать моя женщина, столько пчел в одном месте я точно еще не видел. Главное, чтобы сейчас Майнкрафт не взорвался и все не залагало, ага. Лерочка, ты аккуратно по... Вот если кто-то не хочет так же, как Лера, пожалуйста, мышку свою вот это в руках держите и не дергайте. А то Лера, походу, вот это не понимает то, что пчел трогать нельзя. Я даже не знаю, какая у Кати будет реакция, когда она вернется к себе в новенький дом и увидит вот это, но 100% она одну из этих всех пчел случайно ударит, и вот тогда Кате каранты сразу же наступит. А после этого я за вот этой маленькой горой построю ту самую Тинти-пушку. И вот эта вот Тинти-пушка окончательно закончит наш троллинг, взорвет Катю, взорвет ее новый дом и взорвет вот этих всех пчел. И будет знать наша Катя, как вот это после убийства дракона она сразу королевой Майнкрафта стала. Ну надо вот эту королеву Майнкрафта с небес обратно на землю спустить, чтобы Катя обратно стала нашей любимой маленькой, ну, басисей. Лера! Лер! Покажи, что будет с Катей, когда она зайдет в свой дом. А ну давай! Ну да, но только ты в дом не зашла. Ну, короче, Кате кирдык будет, когда она зайдет. Откройте двери! Мне открой двери! Ее мать! Вот это хардать влагает жизнь вся! Просто, конечно, столько пчел! Сейчас Майнкрафт взорвется, они в небе зависают! Лерочка, текай! Тебе не поздоровится! А вам не кажется то, что мы с вами что-то забыли, а? Костя! Космонавт недоделанный! Он что, до сих пор в космосе находится? Костя, прыгай давай! Мы про тебя даже забыли за всю эту серию! Ёперный кокос! Помянем, ага.